Весьма интересный словарь-справочник «Минералы Урала». Написано Аркадием Ивановичем Маликовым и Михаилом Петровичем Поповым. Здесь содержится описание 300 часто встречающихся минералов на Урале. Некоторые сведения, свойства, начало — это морфология минеральных индивидов, свойства, генезис минералов, интересное фото. В первую очередь я считаю, что он подойдет непрофессионалам, так как здесь есть интересные моменты. Вот видите, вот про андалузит я открыл. И здесь про каждый минерал, те, которые описаны, некоторые свойства, разновидности, происхождение, диагностические признаки. Для меня самое важное оказалось, что это распространение на Урале. Так случилось, что вот здесь написано, в данном случае андалузит, где его находили. Вот в том числе в пигматитовой копии «Золотуха» деревни Южаковой встречаются шестоватые, розовые, мясо-красные сростки. Пригородный район Свердловской области, Средний Урал. Но не в копии «Золотуха», а в общем-то в пригороде Южакова тоже я нашел. Но тогда справочника не было. Пришлось искать. Что ж это такое? Я даже не знал, что это андалузит. В общем, хорошая книга. Описаны разные моменты, где можно встретить еще, в каком месторождении. В общем, интересный труд. Рекомендую. Тальк, пожалуйста, тоже Урал. Тальк благородный. Настоятельно рекомендую уральцам. Вот в конце, в приложениях, есть отражены минералы, которые впервые открыты на Урале. И вот этот список. Полужирным шрифтом выделены минералы, которые здесь описаны в справочнике. Также можно видеть здесь месторождение Урала, известное своим коллекционным материалом, некоторые перечень, ну и список уральских минералов. Рекомендую. Я в некоторых видео расскажу о нескольких небольших хороших книжках для начинающих.